Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10-е место. Это так громко. На костюме Чангука королевский герб Сарагосы, Испания. Похоже, действительно этот костюм Тэхён подарил Чангуку, когда летал в Испанию. Немного мелочи. Спортивный костюм Чангука Баленсиага имеет эмблему, вдохновленную щитом Сарагосы, региона в Испании. Создатель родом из баскского региона, к северу от Сарагосы, дом моды сейчас работает за пределами Франции. Чангук и Тэхён дарят друг другу подарки из стран, в которых они бывают. Тэхён подарил пиво на день рождения Чангука из Нью-Йорка. Толстовка Селин, которую купил Чангук Тэхёну. Тэхён подарил Чупа Чупс из Мексики Чангуку, костюм от Баленсиага, цвет Испании. Когда Тэхён фотографировал свадебные костюмы, а Чангук – свадебные платья, а потом они сделали одинаковые фотографии своих имен в одном месте. Они хорошо спят в самолете. Когда Чангук не мог заснуть в течение нескольких часов, он решил лечь рядом с Тэхёном и тут же заснул. Вопрос – лучший совет для дальних поездок? Ответ Чангука – хорошо выспитесь. Ответ Тэхёна – я плохо засыпаю в других местах, я лучше всего сплю в самолете. Когда ты всю ночь не давал мужу спать, а утром тебе никуда не надо лететь. Девятое место. А вы когда-нибудь замечали, как Чангук двумя руками пытался удержать Тэхёна? Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён – тот, кто отвечал за постановку этой фотосессии, и посмотрите, какие совпадения. А вы верите в единорогов? А если они такие? С Чангуком в Америку поехала та же команда единорогов, которая сопровождала Тэхёна в парижском Диснейленде. Теперь я знаю, почему Чангук называет ВИБУ. Круглая форма напоминает сосиску, самоланга называют колбасным кроликом, БУ. Тэхён всегда восхищался Куртом Кобейном, так как был фанатом Нирвана со времен Трейни. И забавный факт, Кобейна всегда будут помнить за то, что он открыто заявлял о своей квир-идентичности, когда общество было строго гомофобным. В различных интервью он называл себя геем. Седьмое место. Чангук и Тэхён слиплись. Напомню вам один милый момент.
Тэхёну не захотелось отпускать Чангука, и он не отпустил. Тэхён говорит: «Вы еще не поняли, Чангук мой». Сила объятий. Когда Чангук не смог выступить, и все участники подходили к нему, чтобы поддержать его. Но посмотрите, как Тэхён смог заставить его улыбнуться, просто обняв его. Одно из лучших чувств в мире, когда ты обнимаешь человека, которого любишь, а он обнимает тебя в ответ и даже сильнее. Шестое место. Тэхён так мило пытался привлечь внимание Чангука, чтобы тот дал ему воды. Пятое место. Этот фанмит лучший. Парни предлагали свои любимые песни, которые Юнги ставил в реальном времени. Чангук предложил песню и сказал: «Эта песня тронет сердце Тэхёна». Юнги, увидев предложенную композицию, сказал: «Эта песня точно-точно обрадует Тэхёна», и тут заиграла «Бегин». Потом парни согласились, что эту песню можно переименовать в «Вегин». Четвертое место. Забота. Тэхён не знает, кого можно попросить приготовить покушать и кто точно не откажет. BTS in the Soup подарил нам столько чудесных моментов, уютных и домашних вегу. Их хочется пересматривать снова и снова. Помню, как Тэхён очень хотел рисовые шарики с тунцом, но они были для команды победителей, поэтому Чангук взял их и покормил Тэхёна. Третье место. Каждый должен найти в жизни такого человека, который будет смотреть на него как Чангук на Тэхёна. Второе место. Это так интимно. Чангук и Тэхён пытаются стянуть друг друга одежду. Проказники. Тэхён скоро съест Чангука, а Чангук не против.
вы видели?» Как Тэхён остановился, когда они с Чангуком взглядами пересеклись. Смотря это видео, мне почему-то хочется закрыть глаза, будто я смотрю что-то слишком сокровенное. Когда Чангук смотрит на Тэхёна такими влюбленными глазами. Первое место. Признание в любви на новом уровне. Однажды Чангук и Тэхён сказали, что они как огонь и вода, и что они нуждаются друг в друге. Но это буквально признание в любви, ведь они буквально сказали: «Мы не можем жить друг без друга». Еще одно признание. «Я тебя люблю». Улыбка Чангука делает эту ситуацию более очевидной. Чангук загипнотизирован до такой степени, что даже забывает, как моргать. Лучшее в этом мире – взгляд Чангука на Тэхёна. На автомате губы складываются в поцелуй. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.